Было все белым днем и падение неподалеку от нас. Мы стали быстро заходить в дом, дети прятались в коридоре. Я последняя оставалась в огороде, услышала свист, забежала. В этот момент в наш дом упал снаряд. Вот, еще одно попадание. Я пришла в сознание сразу после взрыва. Увидела, что нет руки. Услышала под грунтом крик Захара, сына моего. Откопала его, потом увидела разорванное напополам тело дочери моей, Кати, вот, которая исполнилась 11 лет 21 мая. Наш район обстреливается регулярно позициями ВСУ. Мы живем, видим, откуда все это летит. А муж ваш, извините. Вот тут потом лежал Юрка, вот так вот тело туда лежало, тело туда, вот так вот на этом шлакоблоке, вот так вот лицо лежало его, а вот там ребенок лежал, две половинки. Сволочи вы, сволочи, будьте вы прокляты! Я пришла взять маленькому, Захарчику, 2,5 года. Они умерли у меня на глазах, их разорвало на куски. Спаслись мы, я вот, Захар, Милана и я. There was heavy shelling by the Ukrainian army in the town of Gorlovka in the Donetsk region on Tuesday. 3 civilians died, including an 11-year-old. Is that all right under the Minsk agreement to use heavy artillery in residential areas like that? Well, let's take a step back and look at the situation in eastern Ukraine, because there's a whole lot more to it than this report that you've mentioned, which I'm not able to confirm and I'm not familiar with. This house took 2 direct hits. And we can see the damage caused is significant. Okay, fair enough. Is that the whole report you're reading from? I don't have the entire report in front of me. Now, Gorlovka does have a history in terms of this Ukraine conflict. The last summer saw Gorlovka receive some of the fiercest shelling of the conflict. Are you saying that the shelling by the Ukrainian army is justified? Look, you're citing reports with which I'm not familiar, so I'm not going to comment further on that. How closely do you follow with what's happening in eastern Ukraine? Пусть Порошенко увидит это видео. Вот что он превратил меня. Мою крошку. Моего мужа любимого, с которым мы хотели жить до старости счастливо. Президент мира! Ты не президент мира! Ты фашист и убийца! Рен, скажите всему миру, они же убивают нас. Уже сколько можно, они уничтожают. Скажите всему миру, пусть знают. Ну вот как с ними жить? Сколько детей погибло у нас? I think our point of view on what's happening in eastern Ukraine and on the our support for the Ukrainian government as they fight against what's been happening in eastern Ukraine it remains unchanged. Проклятый, тут дети! Какие тут террористы, сепаратисты? Это дети, люди мирные, сволочь, мразь, будь ты проклят! Мы не оккупированы никакими террористами, мы просто не хотим быть с вами. Девушка, подождите, вот это ребенка, послушайте. Ребенка, послушайте, который ту ночь пережил, и пережил ее в подвале. Миша, что ты сегодня ночью слышал? Слышал, что стреляли, как летело за ряды пальцев. Я не заикаюсь. Всю войну здесь. Мы никуда не уезжаем, наш бедный дом третий раз уже. Я живу в городе Киеве. Я – это 86% населения, которые ненавидят вас сейчас за то, что вы убиваете людей. Вы даже не сказали вот этому ребенку... Дай, пожалуйста, мне малышку. А ну, смотри на нее. Вот. Смотри. Смотри на нее. И ты смотри на нее. Смотрите на нее. Вот кого вы калечите, кого вы убиваете. Посмотрели? Посмотрели? Жалко. Посмотрели на него? Очень радует то, что вы меня поддержите, то, что вы со мной. Для меня это сейчас нужно как воздух, что вы не оставили меня в беде. Спасибо.